Друзья, всем привет! 22 октября, Ярополк, не изменяет своей традициям, приехал дружить с холодной водой. Сегодня в России и в мире отмечаются такие праздники, как Международный день заикающихся людей, сегодня Международный день тещи, а также мужчины, внимание, сегодня Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщин. Но сегодня еще отмечается такой праздник, как День финансово-экономической службы Вооруженных сил Российской Федерации. Именно этому празднику и предыдущему мы посвящаем наше закаливание. Ну, конечно, последнему. Доброе утро, мы из России. Желаю искренне, чтобы бюджет, оборона, способности нашей страны процветал еще больше. Чтобы все финансы доходили до нашей армии, чтобы они могли себе позволить все. И девушки, не доебать и нервы мужчинам. Желаю всем счастья, здоровья, и чтобы выделяли большой бюджет на нашу армию. Давай. Вот начал же здесь, в клубе, да, купаться? Да. И уже не пропускаешь ни разу. Желаю вам успехов в экономике, пусть ваши сделки по покупке вооружение для ребят наших на СВО будут проходить так же качественно и четко. Красавчик! Умничка! С головой!